Новости продолжают эфир. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Усилить контроль за эффективным использованием средств в сельском хозяйстве поручил президент на встрече с заместителем премьер-министра. Серик Жумангарин доложил о реализации поручения увеличить объемы переработки в агропромышленном комплексе до 70%. По его данным, профильное ведомство подготовило пул из 500 крупных потенциальных проектов в сфере АПК. Их планируют реализовать в предстоящие 2 года. Он отметил, что один из банков страны готов вложить в проекты почти 500 миллиардов тенге. Кроме того, был затронут вопрос подготовки к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета. В следующем году исполнится 10 лет с момента интеграционного объединения 5 стран, взаимная торговля с которыми выросла на 74%, а экспорт на 90%. Проект генерального плана развития Кокшетау представил главе государства аким Акмолинской области Марат Ахмеджанов. План по развитию агломерации направлен на улучшение жизни населения и снижение миграции. Инвестиции в основной капитал региона составили 530 миллиардов тенге. В рамках новых проектов созданы 1500 рабочих мест. Растет производство растительного масла, мяса, молока и молочной продукции. Кроме того, область стала лидером по производству мяса птицы. Касым-Жомарт Токаев поручил привлекать в регион больше инвестиций и обеспечить бесперебойное теплоснабжение городов Акмолинской области. Были презентованы генеральные планы города Кокшетау и Кошы, а также планы по развитию сектора агломерации города Астаны, куда входит 46 населенных пунктов Акмолинской области, создание благоприятных условий для жителей нашего региона. Главой государства дано поручение по усилению работы в сфере увеличения глубокой переработки сельхозпродукции с целью увеличения производительности труда, создания дополнительных рабочих мест. Ранее ситуацию с теплоснабжением президент обсудил с главами регионов, заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангыстауской областей и потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках. Бесперебойная работа коммунальных сетей должна быть налажена во всех населенных пунктах. В правительстве заверили, что ситуация под контролем, за исключением поломок вследствие изношенности энергоинфраструктуры. Касым-Жомарт Токаев возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на правительство и акимов регионов. Температурный режим на ТЭЦ в Ридере и Экибастузе восстановлен в полном объеме. Об этом сообщили в Минэнерго. Напомню, на энергоисточниках и тепловых сетях в ряде регионов зафиксировали технологические нарушения. Ранее сообщалось, что котел на ТЭЦ Ридера экстренно перевели с угля на мазут, а режим работы станции изменили из-за короткого замыкания электропроводки на линии топливоподачи. В Актау в результате повреждений на теплосети без отопления остались 265 жилых дома. На данный момент ремонт завершен. Тепло подали в 120 домов. Работа по подключению остальных продолжается. Тела троих погибших извлекли на месте ЧП в Костанае. Напомню, на СТО произошел взрыв газовоздушной смеси. Одноэтажное здание обрушилось, повреждены 12 соседних. В результате 3 человека погибли, 12 удалось спасти, 10 госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии. Причины происшествия пока не установлены, начато досудебное расследование. Всего в результате хлопка газовоздушной смеси и обрушения кровли станции техобслуживания пострадало 15 человек, 3 из которых погибло. Всего сейчас в больнице находится на излечении 10 человек, один из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье 292, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более людей. К другим темам. Перспективы зеленого будущего Казахстана сегодня обсуждали в Усть-Каменогорске. На востоке страны провели выездное заседание парламентской комиссии. Участники поднимали вопросы экологической безопасности, пересмотра экостандартов, качества атмосферного воздуха. Вячеслав Ветлугин расскажет.
64 предприятия промышленного Восточного Казахстана сегодня относят к первой категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Переход заводов и теплоэлектростанций на безопасные технологии депутаты Сената парламента обсудили с экоактивистами одного из самых загрязненных городов страны – Усть-Каменогорска. Действующее законодательство страны предусматривает требования по снижению выбросов и переходу предприятий на современные экологические технологии. В то же время у экспертов и общественности есть вопросы по эффективности деятельности соответствующих государственных органов и исполнению многих норм экологического законодательства. Уже в следующем году 90 предприятий республики обяжут установить автоматизированные системы мониторинга атмосферного воздуха. Показатели выбросов отследят в режиме реального времени. Будет запущена единая информационная система, позволяющая экстренно снижать выбросы в случае неблагоприятных метеоусловий. Отдельная тема – угольные ТЭЦ. В ближайшие годы новые теплоэлектростанции на твердом топливе построят в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Впрочем, уже сейчас энергетики готовятся внедрить гибридные технологии, возможности подключения ТЭЦ к голубому топливу в случае успешной газификации регионов. Сейчас готовится соответствующее соглашение с нашими партнерами с Российской Федерацией. На первом этапе, естественно, это угольная станция, так как у нас регион не газифицирован, но в техническом задании будет обязательное требование последующей возможности перевода его на газ. Это вот пример Астаны. Сейчас вот газификация Астаны прошла, и мы станции Астаны постепенно, поэтапно переводим на газ. До 40% вредных веществ в атмосферу выбрасывают теплоэлектростанции. Стратегические предприятия, угольные ТЭЦ, морально устарели. Сегодня решается вопрос их экологичной модернизации. Например, на Усть-Каменогорской ТЭЦ планируется установка систем пылеулавливания и реконструкция золоотвалов. Мера необходимая. Главная городская ТЭЦ ежегодно сбрасывает в атмосферу 15 тысяч тонн вредных веществ. Еще 24 тысячи тонн – Усть-Каменогорский металлургический комплекс. Закрыть промышленные гиганты и остановить угольные теплоэлектростанции невозможно. Однако модернизировать их рабочие процессы в пользу экологической безопасности вполне реально. В установку новых экосистем и фильтров предприятия региона инвестируют больше 11 миллиардов тенге. И дальнейшие капиталовложения просто необходимы. Перед Казахстаном стоит стратегическая задача – довести показатели качества воздуха до норм, установленных Всемирной организацией здравоохранения. Вячеслав Фетлугин и Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, 24KZ. Новые канализационные очистные сооружения в Актобе начнут строить весной следующего года. Об этом на брифинге службе центральной коммуникации сообщил аким региона. По словам Асхата Шахарова, проект реализуют за счет привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития. Его стоимость больше 50 миллиардов тенге. Сейчас специалисты выбирают подрядчика. Проект должен решить одну из основных экологических проблем Актобе – загрязнение воздуха сероводородом. Сейчас в областном центре система канализации и очистные сооружения изношены на 80%. На сегодня разработана техника экономического обоснования, получено положительное заключение экспертизы. Реализация проекта общей стоимости 53,5 миллиардов тенге начнется в следующем году. А заемные средства будут возвращаться за счет инвестиционной программы коммунальной компании, также бюджетных средств. На сегодня для комплексного решения экологических проблем региона разработана дорожная карта, которая находится на стадии утверждения. Дорожная карта охватывает актуальные вопросы региона в сфере экологии, по которым будут приняты действенные меры в ближайшие 3 года. Из резерва правительства выделили больше 30 миллиардов тенге на закуп пшеницы 4 и 5 классов, а также неклассного вида зерна. Продовольственные корпорации им предстоит закупить у отечественных аграриев 350 тысяч тонн зерновых. Это позволит поддержать сельхозпроизводителей. Соответствующее постановление подписал Алихан Смаилов. К слову, в текущем году на субсидирование АПК выделено около 500 миллиардов тенге, из них 60 на развитие растениеводства и животноводства. Ужесточить наказание за организацию нарколабораторий. Такую инициативу озвучил сегодня на правительственном часе в Мажилисе министр внутренних дел Ержан Саденов. Гульнара Ерманова с подробностями.
правительственному часу глава МВД Ержан Саденов подготовился основательно. В парламенте развернули целую нарколабораторию, представили депутатам уляжи наркотиков и даже привезли специально обученных собак. Этот пес по кличке Хэппи. К слову, с помощью таких служебных собак в Казахстане удалось раскрыть свыше 3700 наркопреступлений и обнаружить свыше 6,5 тонн наркотиков. Министр признал, страну буквально захлестнула волна синтетических наркотиков. Изъятые вещества полицейские теперь исчисляют не в килограммах, как это было еще 5 лет назад, а в тоннах. Всего с начала года правоохранительными и специальными органами ликвидировано 75 подпольных нарколабораторий. Изъято свыше 100 тонн прекурсоров. Тем самым пресечено производство 8 тонн готовых к употреблению веществ. Более того, из транзитной республики Казахстан превратился в производителя самых разных видов синтетических наркотиков. Министр в своем докладе называл цифры. В этом году изъято уже почти тонна синтетики. Эти цифры больше прошлогодних на 88%. Недопущено в оборот порядка 30 миллионов разовых доз. Между тем, компоненты, прекурсоры так называемые, и оборудование для варки синтетики вполне легально и беспрепятственно завозятся к нам из других стран для производственных и промышленных нужд. Организаторов таких подпольных лабораторий предложено наказывать пожизненным сроком. Пока за изготовление наркотиков в стране предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы. А вот наркокурьеров могут, напротив, освободить от уголовной ответственности. Но только тех, кто совершит такое преступление впервые и готов активно сотрудничать со следствием. В обществе муссируется вопрос об излишней репрессированности наказания для так называемых закладчиков наркотиков. Это связано с активным вовлечением в эту сферу молодежи и подростков. Действительно, портрет наркосбытчика значительно изменился. Сегодня это, как правило, молодые люди из вполне благополучных семей. Озвученные главой МВД инициативы оценили не все депутаты. Часть парламентариев раскритиковали принятый в стране еще летом комплексный план по борьбе с наркопреступностью за отсутствие конкретных целей. К слову, на его реализацию предусмотрено больше 50 миллиардов тенге. Впрочем, все свои предложения и замечания мажилисмены смогут учесть при разработке нового законопроекта. Гульнара Ерманова, Акылбек Исимситов, 24KZ. Число заболеваний корью в Павлодарской области не снижается, несмотря на то, что идет масштабная иммунизация. 9 тысяч детей уже получили вакцину против кори. Инфекционисты называют ситуацию сложной. Медики настоятельно рекомендуют привиться. В поликлиниках сейчас есть больше 20 тысяч доз препарата. С начала года в регионе корью заболели 344 человека. 553 очагов было выявлено за все время. Сейчас активных очагов у нас осталось 231, и в том числе семейных очагов 214. Это, семейные очаги – это домашние контакты, домашние очаги. Также 15 очагов у нас в детских дошкольных учреждениях и 8 в средних образовательных школах. За первую декаду декабря в Северо-Казахстанской области подтвердили 57 случаев заболевания корью. Сейчас в области для иммунизации есть 30 тысяч доз вакцин. В районах работают 95 передвижных прививочных пунктов. Всего с начала года в регионе заболели 132 человека. В педагогическом колледже 5 случаев подтвержденных лабораторно и 25 с подозрением, всего 30 случаев. По городу Петропавловск на сегодняшний день в школах зарегистрировано 10 случаев. 6 ноября на основании постановления главного государственного врача начата дополнительная массовая иммунизация против кори. Всего у нас по Северо-Казахстанской области подлежат 26 300 человек. Привито 6 552 детей. В Казахстане робот-ассистент помогает врачам проводить операции по замене коленных суставов на титановые протезы. Робот подпиливает кости и с математическим расчетом устанавливает имплант в сустав. В Национальном научном центре травматологии и ортопедии удачно прооперировали уже 5 пациентов. Их выписали домой. В стране ежегодно проводят до 8 тысяч операций по замене суставов. Но нуждаются в них вдвое больше казахстанцев. В своей очереди на квоту пациентам приходится ждать до года. С внедрением робототехники операции в травматологии становятся менее травматичными, а значит, и восстанавливаются пациенты быстрее, отмечают медики. Это точное проведение спилов в области коленного сустава.
Если по обычной методике, которую мы проводим ручным методом, погрешности могут достигать до 4%, то с использованием робототехники это сводится к нулю. Робототехника чем еще привлекает? Тем, что идет малоинвазивная хирургия, это, соответственно, и кровопотеря уменьшена. Ничего не чувствуешь, лежишь, они сами делают операцию. Не больно, самое главное. Хорошо, успешно прошло. Сельскую амбулаторию открыли в селе Сары-Умыр в Западно-Казахстанской области. Построили медицинское учреждение в рамках масштабного проекта по модернизации сельского здравоохранения. В регионе в течение 2 лет намерены построить еще 50 амбулаторий и медицинских пунктов. Сабина Рахимбай расскажет. Новое здание амбулатории села Сары-Умыр ждали очень давно. Теперь за медицинской помощью далеко ездить не надо. Новый объект здравоохранения площадью 500 квадратных метров построили всего за 5 месяцев. Строительство обошлось в 374 миллиона тенге. Сельчан принимают врачи общей практики. Акушеры, гинекологи и стоматолог. Есть дневной стационар на 8 мест и лаборатория для проведения базовых анализов. Уже работают 2 фельдшера, 1 акушер и 3 медработника среднего звена. На вакантные должности объявлен конкурс. Мы раньше работали немножко в старом здании, нам было там тесно и немножко неуютно было. Наше население, и мы все рады. В этом году в стране приняли национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. До 2025 года в области построят 50 амбулаторий и медицинских пунктов. 12 из них ведут в строй до конца года. Государство уделяет большое внимание медицине. Это 6-й сельский объект здравоохранения, который мы сдали в эксплуатацию. До конца года достроим еще 6 таких медучреждений. В ближайшие 2 года планируем строительство 38 амбулаторий и медицинских пунктов. На сферу здравоохранения области в этом году выделили 92 миллиарда тенге. На приобретение медицинской аппаратуры потратили 5,5 миллиардов тенге. В следующем году лечебно-диагностическое оборудование закупят еще на 25 миллиардов тенге. Сабина Рахимбай, Эрдинбек Жалкайдарулы, Канат Махмудов, Западно-Казахстанская область, 24 KZ. Понижение температуры, снежные заносы и гололед в связи с ухудшением погодных условий коммунальной службы Алматы переведены на усиленный режим работы. По городу дежурят более 50 патрульных бригад со спецтехникой. При необходимости их количество будет увеличено. По данным синоптиков, в мегаполисе ожидается обильный снегопад. Автолюбителям и пешеходам рекомендуют быть внимательнее на дорогах. Естественно, мы все эти нюансы, так сказать, учитываем. То есть вначале мы обрабатываем все подъемы, спуски, транспортные развязки, горные районы, так сказать, вот там, где больше у нас снега выпадает. Но в любом случае просим алматинцев, так сказать, более осторожно, может быть, раньше выходить на работу. Жители Петропавловска возмущают переполненные мусорные баки. Уже несколько дней дворы многоэтажек утопают в бытовом мусоре. Как выяснилось, контейнеры не вывозят из-за сильных морозов, не заводится спецтехника. Столбики термометров ночью в городе опускаются ниже 35 градусов. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится еще несколько дней. На сегодняшний день у нас мороз, в связи с чем мусоровозящие компании не могут в полном объеме вывозить мусор по городу. Техника стоит, она не заводится. Но всего у нас в городе работает 4 компании, но мы считаем, что морозы – это не повод для невыхода техники. Поэтому на сегодняшний день те компании, которые своевременно не вывозили мусор, техника которых не выходила, они будут оштрафованы. В Кении перерабатывают синтетические парики и делают из них небольшие ковры. Таким образом, там пытаются сократить количество пластиковых отходов в стране. Как проходит процесс утилизации и какую пользу приносит данный проект, расскажет наш корреспондент. Кения считается крупнейшим производителем синтетических волос в мире. Обычно парики изготавливают из полиэстера или акриловой пряжи. Однако небрежная утилизация искусственных волос наносит вред окружающей среде. В мастерской города Кисуму женщины вносят свой вклад в защиту природы. Они превращают пластиковые отходы в полезные предметы обихода.
Выброшенные синтетические волосы сортируют по типу материала и плетут из них небольшие ковры. Каждая мастерица в бригаде может сделать до 10 ковров в неделю. Эти волосы выглядят красивее, когда их заплетают. Мы занялись переработкой париков, чтобы уменьшить количество отходов, выбрасываемых в окружающую среду. Мы создаем не только коврики, но и сумки. Это источник нашего бизнеса. По словам ученых-экологов, старые парики полны бактерий, поскольку они соприкасаются с человеческими волосами. Это, в свою очередь, повышает риск распространения инфекций, поэтому эксперты рекомендуют тщательно обрабатывать синтетические волосы перед переработкой. Люди обновляют парики, куда они их выбрасывают. Не существует определенного места для этого типа мусора. И в конечном итоге парики попадают в водоемы. Я призываю ООН, правительство Кении, особенно департамент окружающей среды, отнестись к таким отходам так же серьезно, как и к любым другим. Потому что некоторые материалы могут быть очень канцерогенными. Они вызывают рак. Употребление рыбы, которая поглотила синтетические волосы, может привести к плачевным последствиям. Сегодня мы живем в мире потребления, где каждый использует намного больше, чем необходимо. Так мы оказываем негативное влияние на экосистемы. Переработка части отходов, превращение их в более полезные альтернативные материалы – это еще один шаг к очищению окружающей среды. Для кенийцев этот проект – это еще и возможность заработка. Маленькие ковры из переработанных синтетических волос стоят около $3, а большие – в 5 раз дороже. По данным Международной организации труда, в Кении насчитывается около 4 миллионов безработных. Основная причина – низкий уровень образования. В африканской стране около 30% населения не имеет квалификации. Это затрудняет им поиск работы в современной экономике. Сандугаш Байгуаныш, 24 КИЗ. Более 2000 молодых изобретателей встретились на чемпионате ТЭК-КАП Алматы. Он стартовал сегодня. Участие принимают школьники. В течение 2 дней пройдут соревнования по робототехнике. Будет и выставка инновационных проектов. Наргиза Такижанова с подробностями. Эффективность этого робота можно проверить на деле. Им легко управлять, он выполняет сразу несколько задач, рассказывает капитан ЗОК Джуниорс Олжас Санатулы. Для команды это первый чемпионат, поэтому к соревнованиям юные изобретатели подошли серьезно. Создавали робота 2 месяца, детали выполнили на специальном лазерном станке, а в обиход пошли материалы, как дерево, металл, железо и алюминий. Мы участвуем в номинации FTC. Здесь основная задача у робота – собрать как можно больше конусов и расставить их по местам. Как вы заметили, наш робот очень быстрый. Он может вращаться на 360 градусов. Игра длится 2,5 минуты. В автономном режиме робот движется 30 секунд, а оставшиеся 2 минуты мы управляем им сами. Конечно, очень волнуемся, но несмотря на это, хотим выйти в финал. Отмечу, что среди участников школьники со всего Казахстана, а также 4 команды из Кыргызстана. На чемпионате по робототехнике все они выступают в 3 возрастных категориях. Изобретатели не только соревнуются в игре роботов, но и презентуют свои инновационные проекты. К примеру, роботизированные животные продемонстрировали самые юные участники. Дрессировка зверей – это жесткий процесс приучения животных к определенным правильным действиям. Помимо того, что плохое отношение к живым существам, сами животные несут огромную угрозу дрессировщикам. Мы хотим представить жюри наш роботизированный цирк. Мы работали 2 месяца. В день мы уделяли по 2 часа. Особенность проекта – улучшить мир, обеспечить хорошую жизнь и животным, и людям. Искусственный интеллект и творчество – 2 основных направления чемпионата. А главная цель – раскрыть потенциал детей и создать для них условия для построения своего крепкого инженерного сообщества. Более того, на ТЭК-КАП Алматы проходит и всемирная акция «Час кода», на которой все желающие смогут освоить азы программирования через геймификацию. Также организованы лекции и мастер-классы от экспертов ведущих IT-компаний мира. Мы хотели детям подарить те ощущения мирового чемпионата, который проходит в Америке. В прошлом году в Америке наши дети участвовали. Они выиграли один из самых лучших призовых мест. 2-й год подряд команда Казахстана, в том числе команда Алматы, выигрывают на мировом чемпионате, берут первые места. Это очень нас радует. Эти 2 дня мы надеемся, что детям подарим те ощущения, те эмоции, которые сравнятся именно с международными чемпионатами.
Призовой фонд 10 миллионов тенге. Помимо денежных призов, участники получат ценные подарки, гранты на обучение в ведущих вузах Казахстана, а также лицензии на участие в международных чемпионатах в Индии, Кипре, Турции и Индонезии. Наргиза Такижанова, Абена Рымбаев, 24KZ, Алматы. Жители Южной Кореи пригласили на родину Димаша Кудайбергена. В Сеуле прошла презентация туристических возможностей о Актюбинской области. С запада нашей страны в Корею приехали представители туркомпаний, модельеры, ремесленники, предприниматели и музыканты продемонстрировать достопримечательности Актюбинской области. В регионе надеются, что к ним приедут любители зимнего отдыха, панталечения, рыбалки, ну и поклонники Димаша. По словам главы туристского информационного центра Актубе Эрсаина Сиюнова, за 8 месяцев этого года регион посетили больше 5000 иностранных туристов. Они посещают туристические объекты города Астаны, также его место его обучения в университете, и затем приезжают в Актюбинскую область. В Актюбинской области имеется обширная программа для фанатов Димаша, то есть это посещение его школы, его первой школы, посещение музыкальной школы, посещение его родного аула, встреча с его учителем, и также непосредственно пользуясь случаем, тем, что они приезжают, мы непосредственно организовываем визиты на туристические объекты области. 30 лет назад я жила в Казахстане. Сегодня, увидев эту выставку, я очень обрадовалась тому, как сильно изменилась страна, как она развилась. Южнокорейцы знают в основном Алматы и Астану. Об Актобе мало кто слышал. Меня, например, заинтересовала казахская национальная кухня. Это наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.